Приветствую всех, с вами Борис Маркелов, и сегодня мы поговорим о заработке в интернете и об сетевом бизнесе. Что такое сетевой бизнес и что такое заработка в интернете? Прежде всего, это работа. Работа с самим собой. То есть, чтобы заработать в интернете, вам необходимо знать тем, чем, ну, то, что, чем вы занимаетесь. Это первое. То есть, маркетинг, и вы должны уметь вести презентацию. Нету в интернете просто заработков без вложений. Ну, пестрят заголовки, заработок без вложений, приходи, всему научим. Запомните это слово. То есть придется обучаться. А заработка без вложений, его не бывает. Представьте, 10 человек пришло, а у них денег нет. Кто из этих 10 людей что-то заработает? Никто ничего не заработает, потому что денег нет. Все пришли ради денег, из-за денег, ради идеи какой-то. Но на каждая идея должна быть оплачена. То есть если вы пришли зарабатывать в интернете, готовьтесь потратить энную сумму денег. Нету заработка без вложений. Если вы пришли в сетевую компанию и вам сказали, вложений нет, приготовьтесь выложить кругленькую сумму на продукцию, которую они вам предложат. Это не вложение, по-вашему? Мне тут сказали, это покупка продуктов. Нет. Нет, это не покупка продуктов, это вложение. Ну, первое, это вложение в вас, а второе, это вложение в ту компанию, которая вам продукт продала в 5 раз дороже. То есть, на этом и создан весь заработок, на этом люди и зарабатывают. Поэтому, если вас куда-то приглашают, говорят, без вложений, да не бывает бизнеса без вложений. Я уже стер язык, наверное, говоря об этом. И еще нужно учитывать то, что вы должны быть менеджером, вы должны быть продавцом, вы должны быть рекламодателем, вы должны быть видеооператором, видеомонтажером, вы должны обрабатывать видео, которое будете выкладывать. В любом случае, видео это самый такой продукт, который работает 24/7 и работает постоянно на вас. То есть вы записали одно видео, запустили его в сеть, кто-то да найдет, кто-то к вам да постучится. Раскидывать реферальные ссылки – это бестолковое занятие. Искать заработок без вложений, либо искать заработок, где вам говорят, закинь деньги, через сутки у тебя деньги начнут поступать на карту. Ну, это своеобразно мошенничество, я так думаю. Поэтому, если ты пришел в сетевой, если ты пришел зарабатывать в интернете, начни учиться, начни с себя. Начнешь с себя, тогда у тебя через какое-то время начнет все получаться.